Слушайте, тут мне с утра звонят журналисты по поводу того, что написала газета «Ведомости». Газета «Ведомости» сегодня написала, что якобы в «Единой России» составляются некие списки селебрити, с которыми будут вести переговоры об участиях в выборах в Государственную Думу. В том числе называется фамилия Аллы. Меня не звали, видите, а Аллу якобы зовут. Значит, во-первых, нам никто не звонил по этому поводу. И даже если собираются, я сразу хочу сказать, что Алла ни в каких выборах участие принимать не будет и ни в какую Госдуму идти не собирается. Поэтому нас сразу можно из всех планов выключать. Меня никто и не звал. Меня тоже на всякий случай.